Всем привет, дорогие зрители, а также подписчики моего канала. У микрофона Флейденсон, и это очередной новый видеоролик по CS 1.6. В сегодняшнем видеоролике будет очень много юмора, а также приколов. Также не забывайте подписываться на мой канал, а также оставлять свои комментарии. Лучшие комментарии будут попадать в следующий видеоролик. Ну а на этом все, всем приятного просмотра. Братан, с Новым годом тебе! Микрофон 18+. Если не понять. Скажи, чем занимаетесь, ё-моё? Ты чё куришь, братуха? Ой-ой-ой, фу, спину еле убил, фу. Маком по вене шуршишь? Где он нормальный, что-то нюхает такое, что... Сахар по 18 гривен за килограмм, ты знаешь об этом? Это тут мут за то, что ты пиздишь хуйню какую-то. Baby, it's 3 AM. Had you on my mind. It's the first time we've gone through this. Привет всем. Привет. Чем занимался день? Скажи, чем занимаетесь, ё-моё? Да, это жестко. Ну а ты на украинском языке разговариваешь? Я на любом языке разговариваю. Как ты провел свой Новый год? Зашибись. Это как? Гордом одиночестве и все. Я понял, а чё, больше никто не разговаривает? Братан, с Новым годом тебе! Ребята, какой завтра день? Подскажите. Хороший. Нечетный. Нечетный. Опять жестко. Ты чё куришь, братуха? Ты чё куришь, братуха? Маком по вене шуршишь? Умеете, могёте просто. Я нюхаю сахар, а ты? Сахар по 18 гривен за килограмм, ты знаешь об этом? Конечно. Ну жирно живёшь, прям вообще жирно. Ну что ты нюхаешь, я не пучу. Сахар с солью. А ты, блядь, Питер. Чего такие выводы? Я ж забанил. В смысле, за что? Да вам мудака ж замутили на другом сервере, он зашел сюда, блядь, следить. Ты знаешь за что? Уебок. Ну давай, ну ты ж меня ебало хочешь набить. Давай, я там номер я тебя набираю. И добазаримся. Ну давай, блядь, уебок. Мешаешь нахуй играть, ебаный твой рот, блядь. Ты, сука, блядь, слился за тебя, пидора, блядь. Чувак, чё ты мелешь, честно? Кристина, ты можешь гарно шагу. Чё-чё-чё, у кого маленький? Или я прослушала чё? У меня маленький прицел. О, это хорошо. Ты к врачу надо обратиться. Я с большим не играю. В смысле, к врачу. К урологу. Мне так комфортнее с маленьким прицелом. Маленький? Это идеально. Вот это поворот! Так этот, Ромео, где твоя Джульетта? Да там, короче, нас улетело, а я за хлебом пошел в это время, как раз сразу. Вот жду, пока хлеб привезут. Я помню чудное мгновение, вкус земляничного варенья. Сколько будет 2 плюс 2? 8. 5. 8. А ты знаешь, сколько же будет 7 на 8, 8 на 7? А сколько? Я промолчу, а то за мут дадут. Печенька, печенька. Ты с начинкой или без? С начинкой, тебе она не понравится. Красная, потому что... Оборотень, судя по твоему голосу, ты еще отходишь от Нового года, да? Я не знаю, как он отходит, мне все нормально. Сейчас скажу слово, кто из вас его правильно выговорит, тот получает приз. Слово будет Дульмагальма компенсатор. Сам ты компенсатор, блядь. Дульмагари компенсатор. Саша по шоссе и сосала сушку, все знают, правильно? Я весь ваш, пишите время и место назначения. Отсоси, ты нам не нужен абсолютно. Ну все, Сержик, походу только ты остался у меня. Нет, я даже не выговаривал. Я не поверил главное. Тушка, хорошо, а я готова на это посмотреть. Да, это будет самый лучший приз. Впрочем, это уже совсем другая история. Давай нашу богатырскую. Заводи. Итак, первая загадка. Туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно. Что же это? Понятно же, это же иголка с ниткой, ёптей. Короче, отгадайте загадку вообще без всякого подвоха. Просто даже не загадка, а просто слово ракутаку и все. Ну что же, а на этом данный видеоролик подошел к концу. Если он тебе понравился, обязательно поставь свой лайк. Ну а с вами был, как всегда, Флейденсон. Всем пока.